Жители села Чигириновка Павлодарской области хотят, чтобы ему вернули статус сельского округа. Несколько лет назад населенный пункт оптимизировали, при этом у жителей появилось еще больше хлопот. Тему продолжит Галина Трощева. Несколько лет назад в Щербактинском районе Павлодарской области оптимизировали 4 сельских округа. Вместо 11 округов осталось 7. Жители с таким положением вещей были недовольны. Многие проблемы села Чигириновка так и остались нерешенными. А все из-за отсутствия административного статуса, уверены старожилы. Нам неудобно, что местный акимат находится в другом селе. Чтобы добраться до него, необходимо проехать 50-60 километров. Чтобы получить один документ, мы проезжаем более 100 километров. При этом качество дороги оставляет желать лучшего. Все необходимые инстанции находятся в селе Галкино, которое сейчас является центром сельского округа. Там и почта, и врачи, и ветеринарная и пожарная службы. В Чигириновке же только обещают, что займутся проблемами села. Уже назрел вопрос ремонта местного клуба и школы, а также асфальтирования дороги в районный центр. Раз народ поднимает этот вопрос, а также в связи с ростом численности людей в селе и с увеличением количества поголовья скота, вопрос будет рассмотрен вновь. Критика населения принята во внимание. В этом году на ремонт медицинского пункта в селе Чигириновка выделено 60 миллионов тенге. В Павлодарской области в 2 этапа была проведена оптимизация. Главной целью стала экономия бюджетных средств. В результате более 80 населенных пунктов лишились статуса сельских округов. Галина Трощева, Кайрат Алпысбаев, телеканал «Атамекен Бизнес», Павлодарская область.